спавшим огромным высоком смотрела в тень. Мечтали, что однажды с ним он улетит, расправив крылья далекие дали. И птиц просил, чтоб подождали, но они улетали без него опять. Их нетрудно понимать. Птиц слишком плотный график, принц не пишет сам их трафик. А принц кричал им вслед с башни: зачем мне золото и бумажки? Зачем мне руки, зачем мне ноги, если я тебе нужен? Я такой одинокий. Маленький принц скоро понял, что ему в тягость такая жизнь. И вот однажды поздней ночью разбежался, что есть мочи, пойти вниз. Сыграл опасную игру, и станет ясно поутру, что один раз скрывал труп.